Алло. 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 Я слушаю. Алло. Алло, здравствуйте, Магомед. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Денис, я звоню вам из компании «Датум». Это касательно вашей регистрации по проекту «Газпром». Помните, интересовались заработком на финансовых рынках? Денис? Денис? Да, Денис. Как компания? Какая компания? Да, Магомед, Денис, вы меня слышите? А какая компания? Какая компания? Телекомпания? Компания «Датум». «Датум»? Компания «Датум», да. «Датум»? «Датум», да. Магомед, да. «Датум»? Вы регистрацию проходили... Да, вы регистрацию «Датум»? Проходили по проекту «Газпром». А что за «Датум»? Да, за Магомед, компания? «Датум». Что это за компания «Датум»? Что за компания? Компания, которая предоставляет свои услуги на финансовом рынке. «Датум»? Финансовая компания. Финансовая? Да, Магомед, да. Финансовая. Так, я вас слушаю. Вы, говорю, регистрацию проходили по проекту «Газпром», помните? А что за компания «Датум»? Это из какого это региона? Из какого региона это «Датум»? Я вам сейчас звоню из Москвы. Ага, я понял. Вашей федерации, знаете? Знаю. Поняли? Знаете? В Москве были когда-нибудь? Конечно. Да? А вы откуда? Вы из Санкт-Петербурга? Вологда. Волгоград? Вологда. А, Вологда? Это где? Ну, как где? Как где? Ну, где? В Киргизии, где же еще? А, вы в Киргизии? Так Вологда, Вологда. Вологда, правильно? Правильно. А, я просто знаю, есть такой же город, подождите, Киргизия. А, ну да, все правильно. Хорошо, Мегамед, как ваше настроение, как ваш день прошел? Где еще такой город есть, Вологда? Где он еще есть? Вологда? Да не знаю, может еще где-то есть. У меня здесь карты нету всех городов, которые так называются. А где здесь карты нету? Магомед, здесь у меня на компьютере нету карты, понимаете? Я не могу посмотреть, где еще эти города находятся. Вологда. Почему вас это так интересует? Ну, Вологда, да. Вологда. Вологде, где, Вологде, где? Я понял, хорошо. А что за песня? Что за песня, Магомед? Можете еще раз спеть? Что спеть? Ну, вы только что песню спели. Я? Ну, да. Когда? Я петь не умею. Только что, про Вологду вы только что песню спели. Я петь не умею. Ну, начали петь. Я не умею петь. Ну, а кто только что пел? Не знаю, вы. Нет, Магомед. Что? Вы понимаете, куда вы вообще обратились или нет? А куда я обратился, кстати? Куда я обратился? Я же вам уже объяснил, что мы финансовая компания. Вы понимаете, куда вы обратились? А почему вы говорите, или нет? Я Потому что мне кажется, что вы не понимаете. Почему? Потому что вы регистрацию прошли, Магомед, у нас по нашему кампейну. По «Газпром». Это вы обратились. А вы нет, звоните? Это вы обратились, потому что а вы прошли звоните? Регистрацию. Ну а и вы что? Звоните? Потому что вы регистрацию прошли, Магомед. А вы звоните? У вас что, пластинка заела? Где пластинка заела? Магомед, вам сколько лет? Сколько лет вам, Магомед? С кассетами магнитофон. Сколько кассетами. Вам лет? Магнитофон кассетный у меня. У меня нет пластинок.
Вы вроде по голосу взрослый мужчина, или сколько вам лет? 42. А вроде бы вам лет 14. 42, так почему вы себя ведете как маленький ребенок? Только наоборот, 24 будет. Да без разницы, хоть 42, хоть 24, вы все равно себя ведете как маленький 42. Ребенок. Вы либо серьезно к этому относитесь, либо до свидания, Магомед. Серьезно, давайте серьезные разговоры. Как бизнесмен. А вы умеете? Бизнес. А вы умеете серьезно общаться или нет, Магомед? Потому что мне кажется, что нет. У меня высшее техническое образование. Вы либо сейчас... Да ладно, что вы рассказываете? Вы либо сейчас нормально разговариваете со мной, либо мы просто этот разговор убираем навсегда из нашей жизни. Высшее техническое образование. Какое? Техническое? Красный диплом. Ну а при чем здесь техническое образование? И я что? Умный. И кто вы по профессии? Я инженер. Кто вы по профессии? Инженер? Ну... Инженер. Ой, ладно, Магомед, все, хорошо. Было приятно с вами пообщаться. Зарабатывать, да, бинарные аукционы.